Гарри! Гарри! Пойдем, пойдем, пожалуйста. Да не бойся, мы... Ну, Гарри! Может, со мной поедете, а? Эндрю, мы потом с товарищем Гариком навестим тебя. Ты был хорошим другом. Сволочевый. В трудную минуту поддержать не можешь. Прощай. Прощай. Со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, прощай. Да. Ага. Да, я Макар Андреевич. Это я. Да не стучи ты! Это я не вам. Да, я тоже. Люблю свои конфеты. Большое спасибо. Да? Что? Чего? В жопу идите вместе со своим хозяином. До свидания. Большое спасибо. Уроды. Москали проклятые. Фабрику хотят мою. Да нету моей фабрики, нету! Я своему сыну на свадьбу подарил. А? Какой красавец! Этой секунды, сынок, я всю жизнь ждал. Папа, сколько я могу тебе говорить? Мне не нужна конфетная фабрика. Ну, не нужна. Ну, давай не конфеты. Давай чипсы. Только они намного дальше. Замерзнете. Знаешь? Да не надо. Не надо, мама, ничего. Знаешь, сколько туда ехать? А вот конфеты под боком. Я для тебя, сынок. Папа, я художник. Мне не нужны фабрики. А мне нужны наследники. Ну, для кого я все это делал? Для кого, сынок? Это твое воспитание. Вот это твоя Москва, любимая. Да мужику 30 лет! Папа, пожалуйста, послушай меня! Ты меня послушай! Я не могу всем заниматься, мне внуки нужны! Понимаешь? Вот, Дашка, она отличная девчонка. Мы ее семью вот с таких вот лет помним. Да? Помним или нет? Пойдем в дом. Пошли, Андрюш. Значит так, сегодня свадьба, завтра мы с тобой едем на охоту. Я не люблю охоту, папа. Он меня доведет сегодня, твою мать. Вот что будет, если я после свадьбы на месяц уеду в Москву? Что будет? Да придушу я тебя, как собаку. Вот что будет. Макар! И тебя, как свидетеля. Нет, ну с тобой просто невозможно разговаривать. А нечего со мной говорить, нечего. В Москву. Ну, невеста-то не против. Тебе-то чего? Значит, с отцом не спорят. Игры кончились. Дом, семья, конфеты, дети. Подожди. Иди, я тебе покажу, как рубить мясо. Это же не дрова какие-нибудь, понимаешь? Вот, смотри, как это делается. Вот.
Понимаешь? Макар, вот так! Ты запачкаешься! Вот так! На, возьмите руби! Неужели этот пес залаял? Улица Матроса Железняка, дом 11. Ребята, слушайте, какие вы молодцы, что приехали. Познакомьтесь. Это мой папа Макар Андреевич, а это моя мама Валентина Матвеевна, это Гарик. Мы с ним в общежитии живем в одной комнате, а это Степик. Он к нам приходит в гости. Очень приятно. Все время. Я так рад, что вы приехали. Здравствуйте. Здрасте. Макар Андреевич, отличный у вас смокинг. Да? Я второй раз его одел. Первый раз я его одел 5 лет тому назад, на годовщину нашей свадьбы. Когда ваш друг соизволил ночью убежать в Москву. Москву. А, ладно, вашу. Ребят, нечего на улице стоять. Москву. Пойдемте в дом, перекусите. Как ты мог? Пойдем. Давайте я вам помогу. Он переживает. На нем лица нет. Ну, свадьба — дело серьезное. Как говорится, не каждый день, все взвесить нужно. О, в рифму пошло. Не каждый день все взвесить нужно. Они меня заставляют. Но ведь ему предложили место директора конфетной фабрики. Не каждый день мы женимся, и взвесить нужно все, но фабрика конфетная, Гарик, рифма не пропала? Не ложится сюда фабрика конфетная. Что у тебя не ложится? Не ложится у него. Ты в поэзию не лезь, это не твое. Не чувствуешь рифму нифига. Садись в машину и жди. Пора! По коням! Все. Нам пора. Мне кажется, здесь главное не обобщать. Ведь это не нам пора, это ему пора. Вот это браво. Вот это ты можешь. Угу. Дать простыми человеческими словами короткое объяснение ситуации — это вот твое. Мне понравилось, молодец. Спасибо. Как ты думаешь, что он чувствует? А что он может чувствовать? Не будь кретином. Он наш друг. Нам важно знать, что чувствует наш друг. Это серьезно. Гарик. Степик. Я хочу в Москву. Давай. Ой, дура! Прости, пожалуйста, я случайно. Она губами дотронется. Быстрее. До его лица. Он ее приобнимет, глядя вдаль. Ну давайте, парни, быстрее. Эндрю, беги быстрее! Отец догонит, когда ты в жопу засунешь. Мужик, спасай! У меня здесь скорая помощь не написана! Мужик, со свадьбы бежим! Ну ладно, ты жених, что ли? Ага. Давай, жених, живо ко мне! Мы свидетели, налево! Давай руку! Открыто, открыто! Залезай! Давай, живей! Давай! Ну!
Погнали! Валя! А где он? Наследничек. Эй, живи! Дурак ты! Впервые! Чего? Первый раз, говорю! Да! А я сам я! 4 раза убирал! Но 2 раза, сука, догнали! Мужик! Это убери, это оскорбление для меня! Сейчас вопрос в чести! А это что сзади, Паша? Ага. Ну тогда, ребятки, держимся! Извините, можно мы пройдем? Простите, пожалуйста. Осторожно. Извините. Степик, слушай, мать расстроится. Может, я останусь, а? Да не переживай, ты, пристроим мы тебя. В хорошие руки. Разрешите. Извините, пожалуйста. Ну, 14, 15, 16. Да подожди. Ну чего вы? Спасибо. Здрасте. Вы нас не бойтесь. От нас перегаром не несет. Да на их фоне мы просто премиальный бонус от российских железных дорог. Мы вообще не самая плохая компания. Это Эндрю. Гениальный художник, добрейший души человек. Сентиментален. Это Степик. Полная противоположность Эндрю. Лицемер, труслив, хамоват. В прошлом военный переводчик. С позором изгнан из рядов вооруженных сил. За то, что неправильно перевел команду диспетчера, вследствие чего 3 арабских летчика-стажера были катапультированы в небе Хайфы. Клевета. На допросах и пытках отрицал все. Гарик, ты просто гнус. Меня зовут Катя. Гарик. Степан. Андрей. Абсолютно аморальный тип. Обесчестил девушку и бежал со свадьбы. А мы соучастники. То есть он один обесчестил, а мы просто бежали вместе. Вагон-ресторан закрыт. Вагон-ресторан не работает. Пива нет. Водки нет. И вообще ни хрена нет. Вагон-ресторан закрыт. А вы есть хотите? Нет, нет, нет. Степик, а ты? Нет, я ж со свадьбы. Может, хватит, а? Вы в армии служили? Товарищ полковник, я лейтенант. А вы тоже лейтенант? Нет, товарищ полковник. Я рядовой. Но из семьи военного. У меня ведь отец полковник. Пас. Похвально, похвально. Пас. Три валета, мальчики.
Боюсь, придется вас разочаровать, товарищ полковник. Извините. Курить вредно. Я уже почти бросила. Но так не бросают. А как? А вот так? Ненавижу, когда мужчины курят. Но это чисто женское. Я действительно была очень голодная. Спасибо. А вы действительно убежали со свадьбы? Да. Мне кажется, просто Эндрю сделал бы неправильный выбор. Откуда ты знаешь, какой выбор для него правильный? Ну, я не знаю, мне просто кажется, что ты должен быть до помутнения счастлив от того, что эта девушка завтра станет твоей женой. Может быть, когда-нибудь потом, но сомневаться до свадьбы нельзя. А ты кто по профессии? Хотела стать психиатром. Пациенты нужны у нас. 8 этажей общежития наше. Настоящий дурдом, напротив памятника Мухина. Не получилось из меня ничего. Почему? Я вышла замуж 19 лет. Муж переехал в Голландию, и я бросила институт на втором курсе. Ну что, повезло голландцу? Ты теперь, наверное, Катя... Вандермолдер. Он не голландец. Он наш. И фамилия у меня своя. Смешная. Снежинка. Правда. Это моя фамилия. Нику сбегать, спроси, там есть что-нибудь от главы. А что случилось? Да что-то раскалывается голова. Ну, ты лежи, лежи. Я сейчас что-нибудь придумаю. Thank you.
Извините, пожалуйста, можно у вас таблеточку от головы попросить? Жулики. Вот принес. Возьми. Обязательно меня разбуди. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Интересно. Живешь так? Начинаешь привыкать к тому, что тебе нравится, что нет? Влюбляешься? Разочаровываешься? Уходишь ты, бросает тебя. Потом вдруг открываешь дверь купе. И все, что было важно в жизни, все переживания, чувства, тебе это кажется таким чужим. Шансов у тебя, конечно, нет. Но сказал красиво. Меня тронуло. Меня, если честно, тоже. Вы можете просто спать? Очень много пьяных ходит, поэтому если... Я вообще не понимал, куда приехал и... Привет. Я утром прилетел, боялся, опоздаю. Как ты?
Хорошо. Володь, познакомься, это ребята. Мы вместе ехали в поезде. Владимир. Гарик. Степан. А меня зовут Андрей. Очень приятно. Позволите? Спасибо за помощь, ребята. Счастливо. Представляешь себе, целый поезд военный. А эти ребята я здесь. Да, шеф. Да, только что. Ну, не совсем. Не совсем говорю. Хорошо, сейчас приедем, расскажу. Надо бы перед невестой извиниться. Я ей, пожалуй, позвоню. А вот этого делать не надо. Это оскорбит ее еще больше. Она считает тебя мерзавцем. Пусть поживет с этим ощущением. Шеф прав. Ну, с Андреем ясно. А с этим что? А этот влюбился. Ого. В замужнюю. Безответственно. Ну что, бабушка, на фоне этих аморальных элементов ты начинаешь больше ценить внука? И? Спасибо большое, все было очень вкусно. Ладно, давайте пить чай. Стёпик, поехали. Гарик, а ты закончил перевод той пьесы? Ну, не совсем, мне Стёпик не помогает. На Стёпика не надейся. Поезжай на дачу. Работай, а потом посмотрим. Фрейд Андрей. Эй, скидзе. Я хочу не абстракт вин. Я хочу eine große Zukunft. Спасибо. Извини, конфет не предлагаю. Иди ты, а. Познакомься. Фрау Вит приехал там на неделю русской культуры. Здрасте. Ich werde sie bald abholen. Спасибо. Всего вам доброго. Всего хорошего. Я тебе сколько раз говорил? Реки, церкви, Кремль. Слушай, Гарик, телефон отключил. Вот, пожалуйста, они вот это покупают, они вот это покупают. А вот это? Это ты мне прекрати. Давай к нему съездим, а? Старик, ты мою немку видел? Мне еще конференцию переводить. Стефан! Ладно, я один поеду.
Значит так, душ в общагу, так. Собираешь группу поддержки. Угу. Галю с третьего возьми, угу. Свету нашу. Может, Терезу позвать? Бери. Хотя, угу. Стоп, Терезу не бери, всех обломают. Есть у меня достойная кандидатура. Штефан! Слушай, а как же немка твоя? Собирай картины и дуй в общагу. Угу. Зергут, зергут. Дорт из дайны кафе, зеркали дорт. Что случилось? Мы человека сбили. Ну, неплохо. Насмерть. Пока кто-нибудь не увидел, нужно закопать. Гарик, улыбнуться надо сейчас. Гарик, это же тебе. Гарик, улыбайся. Юмор где? Нет, он не хочет улыбаться. Ты что, Гарик? Гарик. Воу-воу-воу-воу, лицо добрее. Гарик. Иди сейчас поговорим. Не надо. Сейчас. Ой, Гарик. Стёпа! 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 Гарик! Стёпа! Гарик! Ой, ой! Стёпа! Стёпа, спаси меня! Ой, давай! Эндрю, только я тебя прошу, ничего от себя не добавляй. Разве что грудь немного побольше. На один размерчик для меня, а? У меня и так третий. Я помню, милая. Ну, на полразмерчика. Ну, для меня, на полразмерчика. Я тебя прошу, для меня. Отстань. Да ну что ты за человек-то такой? Ну, завтра же ты меня о чем-то попросишь. Должно же в твоих картинах остаться что-то и от меня. Грудь и останется. Как назовем полотно? Не знаю. Как хочешь, так и называй. Но ты, Чучундра, как картину назовем? Назовите ее на приеме у мамолога. Мы назовем наше полотно. Мы назовем наше полотно. Гарик, дверь открой. Я вам тут не швейцар. Ты видишь, я делом занят. Мы назовем наше полотно. Привет. Здрасте. Здрасте. В общежитии тебя не знают, все знают Степика. Ну так, разрешите помочь? Ага. Очень красиво. Спасибо. Прошу вас. Пожалуйста. Пожалуйста, проходите в наш скромный творческий беспорядок. Галю. Мы еще не закончили. Галюся, вдохновение вещь весьма кропотливая, требующая постоянной подпитки. Поэтому я иду в магазин за сладким, а Эндрю идет за маслом. Да есть у нас масло. Да? Может, у нас и сахар есть? И сахар есть. А масло у нас точно есть? Да все у нас есть. Я сейчас картошечки почищу, вместе пообедаем. А может, ты дурак? Чего? У нас этого нету.
Выходим. Быстро. А как ты меня нашла? 8 этажей дурдома. Зачем ты замуж вышла? Не могла меня дождаться. Ты счастлива в браке? Да. Но ты сразу не отвечай. Подумай хорошенько. Да. Зачем ты приехала? Уйти. Нет. Понимаешь, девушки иногда выходят замуж. А ты выходи за меня замуж. Мы с тобой девочку родим. Я ее баловать буду. Почему именно девочку? Будет на тебя похоже. Красивая. Почему у вас детей нет? Ты все хочешь найти изъяны в моей семейной жизни? Да. Все хорошо. Что же, у меня нет шансов? Я замужем. Но иногда люди меняют свою жизнь. Я не хочу. Катя, зачем ты приехала? Я пришла попрощаться, потому что завтра я улетаю. Но можешь считать, что мы попрощались. Не надо так. Не надо упрекать меня за то, что я пришла без чемоданов. Жулики вы. Ваш наигранный храп, ваша игра в карты. Воздух. Вы подарили мне этот воздух. Ты подарил мне этот воздух. В моей жизни ничего такого не было, и я влюбилась в этот воздух. В твой воздух. Перестань. Давай я отвечу.
Пойду. Может, тебе помочь одеться? Я твоим любовником не буду. Разве я это предлагала? Думаешь, я сейчас тебе буду предлагать? Да ты можешь телефон свой выключить! Вали отсюда. Вали. Самолет улетает в Голландию. Быстро. Холодно же! Может быть, хватит здесь цирк устраивать, а? Ну так! Здесь я соглашусь. Вот, Эндрю, что бывает, если влюбляться в замужних дам. Тише. А что? Ну и сколько нужно градусов нашему отелу, чтобы остыть? Ты можешь визу в Голландию сделать? А вот хрен тебе! Прекрасно, а? 50 километров от Амстердама, называется Утрехт. Год. Ну и чего? Нормально. Ну где эта пьянь может быть, а? Набери-ка еще разок. Абонент недоступен, потому что он урод. Эндрю. Чего? Спаси меня от этого искушения. Гарик, ты что говоришь-то, а? Что ты говоришь? Совесть-то ходячая моя. Ты что? Ну-ка, возьми. Эндрю.
Так мы до этого Утрехта никогда не доедем, пьян. Ну чего ты, а? Следующий автобус через час. Это тоже он всю ночь, бог знает чем, занимался. Ничего? Все, селедочка, а? Давай. Все, я устал. Вперед, Паниковский! Ну тогда ходите медленнее. Стоп, ну хватит ворчать. Посмотри, какая красота вокруг. Где красота? Болото. Вон, барашки, смотри, а! На старости лет будет что вспомнить. Все, стойте. Пойду договорюсь. Алло. Так. Дим! Честь превыше всего, Эндрю. В каком смысле? Это на наших с тобой задницах. Господи, что я здесь делаю? Bobby Duvihay. Excuse me, I don't speak Dutch. Thank you for stop. We have to go to Utrecht. We have been told that there is the most beautiful chance over there. My friend, he's a painter and he decided to go to Netherlands for fresh color, as he's saying. Yeah, I saw the easel. Where are you from? We're from Russia. Wow, really? My grandfather has been there. Huh, really? I'm not going to Utrecht, but I can take you 20 kilometers closer to town. We'll be ready, thank you. Yeah? It's okay. Just give me a second. Ребят, закрой. Open the boot, please. Hello. Здравствуйте. My name is Harry. I'm his manager, he's Andrew, he's a painter. And he's Stefan. Unfortunately, he's mute. But he can hear and understand absolutely everything. I'm Sventa. Nice to meet you. Андрю, с ним не разговаривай. Почему? Он не мой. Как не мой? My husband Fernando, he was a painter. Why do you say he was? He drowned in Argentina last year. Oh, I'm sorry. The way to Utrecht, but I'm living over there somewhere, so... Thank you very much, Svante. You're a good companion, and you're an excellent driver. And wait for a second. Давай, дари, дари, что ты рисовал всю дорогу. Дорогая вдова, я не знаю, что вам наплел этот болтун, но мы с ним, честно говоря, очень устали и очень хотим есть. Но я должен сказать, что у вас очень хорошее лицо. Правда. И нарисовал я вас, кажется, неплохо. Возьмите это от меня на память. Wow. Actually, he said that you have a rare unusual face, and this is just a small present to keep in memories. No. Wow, this is beautiful, amazing. You know, I live just 15 kilometers from here. If you like, you can stay the night and then go to Utrecht tomorrow. Yeah? I don't know what to say. Let's yes? Yeah, okay.
So, please, make yourselves at home. Nice place, Wenta. Yeah. Oh, mijn schatje. Such a nice cat. Yeah, I have 6 of them. Oh, please, take off your coats. Thank you very much. Thank you. Чё она говорит-то, а? Поставь сумку. I'd like you to meet my grandfather. This is Karl Wohlmann. Diese Männer sind aus Russland. Sie machen eine Reise durch Europa. Здрасте. He's a little bit reserved. It's not easy to communicate with him. Uh-huh. And you speak German to him? Yeah. Why? Because he's German. Right. Can I get you something? Maybe beer? Sounds good, Svante. Thank you. Ну что, можно теперь? Можно. Можно. Спасибо тебе. Смотри-ка. Потерпевший, что ли, а? Грузин, наверное. Аргентинец. Утонул. На Гию похож с третьего этажа. Лет через 20. Только немного мрачнее будет. Смотри, все правильно. Вот эта улица, да, но... Вот, наверное, она. Все, вот собор этот, вот он. Посмотри. Это получается... Это получается... Мурзика моего на вас нету. Он бы сейчас с вами поговорил. Ну, держитесь. Здрасте. Как ты с ним уживался? И все-таки ты вылитый гия. Давай вперед. Подойдешь, она выйдет. Какой теплый вечер. Давай. Давай. Не сегодня. Гарик, ты че? Я тебе говорю, не сегодня. Гарик, я все дела в Москве оставил. Ну, хорошо, извини. Гарик, мы что, зря сюда приехали? Хорошо, еще раз извини. Тогда какого черта ты делаешь, а? Или ты думаешь, я буду целый месяц здесь торчать? Тебе надо было найти твою принцессу вперед. Может, хватит, я. Так о тебе и будешь говорить? Ты сейчас мне это говоришь? Да, тебе. Я не могу. Можешь, помоги, а не можешь, отстань. Да я-то отстану легко. Че, в ноги тебе упасть, что в Голландию приехал? Ты дурак! Сейчас придет твой муж, и мы будем смотреть совершенно другое кино. И потом мы будем утешать Гарика, веселить. Не надо меня веселить. Ну почему же? С недавнего времени это мое любимое занятие – веселить Гарика. Это всего лишь девушка. Таких много, очень много. К тому же она замужем и, как мы видим, весьма довольна. Ты говнюк. Что только узнал? Тебя послать или ты сам пойдешь?
Гарик. Пошел отсюда. Please come in. Hi. Please promise me you'll stay here tonight. I'll arrange an exhibition for your friend. He'll have lots of success. And please persuade him to sell me this painting. But he has already presented to you. No, not that one, this one. Fernando hated cats. I always felt it, but we never discussed it. He put up with them because of me. And I put up with the hatred because I loved him. I mean, how subtle your friend felt this all. He's a genius. Да. Привет. Ну, дураки ведь вы, а? Стёп, может, останешься? Ну, ведь хорошо все. Вдова мне выставку обещала организовать. Эндрю, у меня дела в Москве. Ну, пойми, я не знаю, как тебе объяснить. Да. Здесь. Прости его. Эндрю, у меня правда дело в Москве. Кончатся деньги, звони. Ты не прав. А я знаю. Ты давно здесь сидишь? Час. Ну, а ты что, поработал? У меня ничего не получается. Этот еще жужжит все время. Кто? Ну, кто-кто. Шелленберг. Хочешь, уедем? Я не знаю. Тебе надо работать, Эндрю. Если вдова поможет с выставкой, у тебя может быть большой успех. Правда? Церковь, реки, Кремль. Степик уехал. Мне кажется, все разрушается. Езжай к ней. Thank you.
Ну как ты? Да никак. А ты чё? Меня выгнали. Ты чего, Бормана задушил? Да нет. Даву изнасиловал? Я порвал картину с кошками. То есть? Она дурацкая. Ей-богу, дурацкая. Так, подожди, 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 подожди. Зачем? У тебя же выставка. Гарик. Гарик, я говорил, я не могу здесь работать. Ну а что ты можешь? Ты же у нас гений. Тебе картины рвать будешь? Так получилось. А как ты можешь рвать картину, которую ты только что продал? Так получилось. Это первый раз нашлась дура, которая запала на твой абстрактный маразм. Что? Голландия, выставка, а ты картину рвешь. Че тебе еще надо? Ты бы сидел лучше в своем осколе. Дебил нелепый. Гарик. Ты что, правда считаешь меня бездарным? Прости меня. Прости. Эндрю, подожди. Папа прав. Дом, конфеты, дети. Прости. Так, а ну-ка, подожди-ка. Иди сюда. Иди сюда. Молодец. Значит, я сейчас пойду в дом. Все, ложу. А завтра мы с тобой поговорим. Эндрю! Пойдем. Hello. Excuse me. Where is this street? You okay? Can I help you? Да!
Гарри, what are you doing? What is this? Фернандо! Фернандо вернулся! А мы думали, ты в Аргентине утонул! А ты здесь! This man is not Давай, обнимай его, целуй! Why are you bringing this man into my house? Stop it! Look at this man. He's not Fernando. Why are you bringing him into my house? Look what you did to him. Jesus. If you don't stop now, I'll call the police. This is just insane. Harry, just leave my house or I'll call the police. Understand me? What did you do to him? Just leave now! А ты чё жужжишь здесь? Вот оно, твоё воспитание всё. Вот оно! Я был в плену после войны. Выйди на улицу. Палец в рот. Можно вот этот. Будет хорошо. Geen idee, ik weet niet hoe dit moet. Sorry. Fernando? Ja. Красиво. Я забыл, как твое имя? Гарик. Тебе сколько лет, Гарик? Я сказал что-то смешное. Но вы же не это хотели спросить. А ты понимаешь, что ты влез в чужую жизнь? Да. Что делать будем? Не знаю, что бы сделал на вашем месте, потому что не знаю, что делать на своем. У вас есть 5 минут. Красиво тут у вас. А я тебя нашел. Снежинка. Мне казалось, я смогу тебя этим покорить. Моего соседа ты точно покорил. Он гей, мужчины часто вешают цветы на этот столб. Ну и что вообще, мужик красивый? Как ты?
Прихожу сюда каждый день. Сегодня я уезжаю. Я не понимаю, как он мог оставить нас вдвоем? Кать. Что я значу для тебя? Что-то очень большое. Я тебя люблю. Я знал, что в Голландии все этим закончится. Теперь послушай меня. Я знаю, где зарыт клад. Там очень много золота. У бабушки есть очень хороший психиатр, Исаак Абрамович. Позвоните. Степик, я вылетаю прямо сейчас. Найди Эндрю. И группу поддержки с собой взять. Степик, я серьезно. В общем, Борман. Что Борман? Он мне рассказал, когда немцы отступали, они зарыли под Москвой очень много золота. А я теперь знаю, где. Слушай, Гарик, ты не пьян? А ты не слышишь, что я не пьян? Короче, половину нужно будет отдать Борману, остальное наше. Там очень много золота. Ждите! Эндрю все ворчал, он жужжит постоянно, жужжит. Он милый старик. Да развел он тебя. Ничего он не развел. Он меня в последний день так подозвал к себе, говорит. Гарик, сынок, у меня к тебе серьезный разговор. А на какой глубине он не сказал? Степик, ну хватит опять ворчать-то, а? Свента очень расстроилась, когда я уезжал. А ты уверен, что он зарыл именно здесь, а? Река, мост! Лес! Копай давай! Ну что там? Вовремя ты руку сломал, что? Знаешь, не отвлекайся. Золото мое. Сусальное. Копай давай! Золото мое. Золотишечка, золотое ты мое. Возьми лопату нормально, Эндрю, а? Эндрю! Как все брать? Ну, дружи, сейчас же крестьяне пойдут из ночного. Знаешь, что они с тобой сделают? 135 километров от Москвы. Ребят, всегда. А давайте даже все деньги купим один дом. А ты что, все будем все вместе в нем жить, а? Залезь обратно. Хорошая идея. Ребят, вы чего? Сейчас. Ах ты. Стоп, давай. Ах ты. Так, сейчас, секунду, подожди. Ах ты! А! Он развел нас, Эндрю! Он развел нас! Ребята! Ах ты! Он развел нас! Эндрю! Лови его! Лови! Ах ты! Подонок! Скотина! Длинноногая! У меня вопрос. Они вместе или нет? Или она с мужем осталась? Я думаю, с мужем. А как же любовь? А тебе как бы хотелось?
Давайте музыку. Сейчас мы придумаем свой финал. Пересеклись дороги наши лишь на миг. Твой взгляд один, и вдруг огонь в душе возник. Во мне печаль поет натянутой струной. Но почему ты не со мной, не со мной? Ты далеко, а я с тобой все говорю. Как объяснить, что всей душой тебя люблю? Без тебя жизнь стала серой и пустой, что все мечты мои с тобой, с тобой. Свет горит в окне, где-то вдалеке он свет. Пройдем, что предназначен нам судьбой. Я лишь молю, чтоб быть с тобой, с тобой. Молю, чтоб быть с тобой, с тобой.